Во-первых, как вы видите, уже количество участников конкурса достаточно большое. У нас впервые принимают участие в наших конкурсах команды Лаоса, Вьетнама, Киргизии. Поэтому подготовка, во-первых, на базе нашего училища проходила достаточно серьезно. Ну и результат, это, в общем-то, мы не видели слабых команд. Мы увеличили параметры наших соревнований с тем, чтобы это было более динамичнее и несколько продолжительнее по времени. Вот. Мы добавили установки разминирования, добавили гусеничные транспортеры, наши заградители. Вот. Ну и в следующем году мы думаем, что еще добавим кое-какие элементы, чтобы конкурс был еще более динамичнее, еще более интересней. Над этим работаем.